Привет, ребята, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Fallout 4. Вы мне продолжаете давать различные советы, и они реально крутые, реально интересные. В частности, вы мне сказали, что вот эту пушку, которую я вот искал, да, можно найти в санктуаре. Мне порой кажется, то, что вы больше меня знаете, что происходит в моих видео. Это, конечно же... И грустно, и смешно одновременно. А все потому, что я чрезвычайно невнимательный. Но для этого же ведь вы у меня есть, правильно? Вы же мне указываете те места, где я особенно невнимательный, и что я забываю сделать. И я за это вам безмерно благодарен. Так давайте же мы возьмем эту пушечку. Так, страж смотрителя, да, на буковку S. Благо тут все в алфавитном порядке, это очень приятно. Буковка S. Так, давай-ка, вот он, страж смотрителя, прекрасно. Что мы можем с ним сделать? Во-первых, надо, конечно же, вылезти из брони, само собой. Ой, до чего мы дожили? Слушайте, бабы чинят вентилятор. Они вот этот вентилятор пытаются починить на протяжении всей игры. Так, пошел вон. А, легенда пустоши, она уже прокачана. Итак, страж смотрителя. Бронебойный. Ну, тут можно урон еще сделать. Ресивер на 308 калибр. Можно повесить, да? Но нужен алюминий. Алюминия у нас, как всегда, нету. Да, к сожалению. Длинный ствол. Ну, ствол, он вроде бы никак особенно и не влияет ни на что. Штатный магазин. Увеличенная скорость перезарядки. Вот я думаю, вот это надо поставить пока что. Да. Короткий ночной прицел. Не надо. Пускай будет коллиматорный прицел. Точка. Надульная насадка. Ну, она особенно ничего не меняет на самом-то деле. Угу. Ну ладно, пока что пускай будет именно так. Будем ходить тогда со стражем смотрителя, потому что вы говорите, что я оружием пользуюсь различным редко. Ну давайте будем путаться. Пользоваться различным оружием, чтобы вам было приятнее. Так, оружие, кстати, надо сложить, которое нам не нужно, потому что у нас очень-очень много оружия, которым мы даже пользоваться не собираемся. Легенду пустоши оставляем. Супер пушка. Да, тоже оставляем. Все вот это оружие шикарное мы с вами оставляем. Кстати говоря, о птичках. Давайте соскладируем все, что нам не нужно. Дальше. Одежда. Одежда сервосбалансированная броня. Это ее убираем. Я не понимаю, а что у нас так вес это много? Я же вроде все складывал. Что за хрень такая? Разная. Модификации, да. Модификации тоже весят очень много. Вот мы, в принципе, и сложили все. Замечательно. И теперь, куда мы направимся? Давайте мы посмотрим Паладина. Мне в комментариях несколько раз писали, даже ВКонтакте в личку написали. Ты давай, поищи Паладина какого-то, значит, из Братства Стали, соответственно, из-за того, что нужно вот открыть вот этот бункер. Разведбункер Тета. Находится этот паладин якобы между тренировочной площадкой и вот еще какой-то локацией. А вопрос, где тут тренировочная площадка? Я напрочь забыл. Вот. Где-то... Вот она, тренировочная площадка. И вот... Где-то рядом с ней нужно искать, значит. Этого члена Братства Стали, так можно выразиться. Все-таки мы же квесты не выполнили, правильно? А, ну тут, наверное, сейчас будет жарко. Хорошо, кстати, стреляет-то. Он же как стреляет-то этот ствол? По две пули за раз выпускает. Давайте повнимательнее посмотрим. Выпускает дополнительный снаряд. Да, вот вы мне об этом говорили. И это приятно, что вы обо всем меня информируете, обо всем сообщаете. Я прекрасно знаю, что тут творится, где и как. Но, где мы нашли с вами первого? Первого паладина мы нашли на вот этих вот спутниковых антеннах. Там у него была голозапись. Мы эту голозапись прослушали. Я, как всегда, прослушал эту голозапись невнимательно совершенно, поэтому надо наверстывать упущенное. Блин, как тут темно. Who's there? Смерть эта твоя пришла. Понял? Что так темно-то?
Так. Еще Дутень тут что-то забыл, непонятно. Нахер. А, тут еще этот. Мистер Ядерный Взрыв. Слышь, паскуда, сейчас я тебя просто разорву на части. Но перед этим твоих корешей переманю. Сейчас на другой конец ствола. Красиво звучит, не знаю. Почему-то мне так показалось, что надо сказать именно так. Быстрее давай. Мясник. Да нет, тут совсем охеревшие сволочи. Че у вас тут? Легкий. Так, все супермутанты пускай сейчас немножечко подождут. Обязательно. О, прелестно. Все взяли, что надо, да? Вот так-то. Ты меня ждал, я пришел. Эй, ты курвец. Блин, что ж патрон так мало, а? Боезапас-то надо увеличивать как-никак. Супермутант-босс. Слушайте, а мы на этой лестнице были? Что-то я не особо припоминаю. Вот ты так получил, да? У него заточенный дрын. Нет, заточенный дрын нам не нужен. Ой, ёлы-палы, как же я это место-то пропустил? Да, мы здесь не были. Офигеть. Силовая броня. Ну, толстяка, да, мы возьмем, а вот силовую броню мы трогать не будем. Хотя выглядит прикольно каркас. Да, то, что надо. Там интересно, он с ранцем, без ранца? По-моему, без ранца. Укрепленная, утолщенная броня. Нет, спасибо. С кем мне там перестреливаться, не понимаю. Слушайте, педрила, вы меня уже достали. Ну, серьезно. Мы просто заколебали. Ну, слов нету больше. Пристрелить вас надо. Ёлопалы. Ай, как меня задрал этот уже маленький магазин. Ну, реально заколебал. Сколько вас еще тут, а? Гниды. Ой, Макриди, сори. Я тебя попутал. Принял за врага. А ты свой. Свой или чужой? Свой. Да, обязательно. Где там эта мразь? Слушайте, где тут? Гнус. Ага, вот он здесь. Ты ори, ори погромче, чтобы я тебя быстрее нашел. Сейчас я тебя покараю. Нет? Вот так-то. По-моему, все. Уложили. Да? Ну, отличненько. Вот, вроде как, в этой хижине, да, мы нашли скриптора Фариса. Угу. Так, что это только что произошло? Я не совсем понял. Что происходит-то? Там страшные вещи творятся. Не будем на этом зацикливаться. Значит, разное. Голозапись скриптора Фариса. Давайте мы на всякий случай еще раз ее прослушаем, потому что он говорит, куда надо двигаться дальше. Вот по этому квесту «Пропавший патруль». Угу. Предметы разные. Говорит Фарис. Паладин ушел. 2 часа назад. Моя нога. Я не могу остановить кровотечение. Наверное, пуля задела артерию. Брэндис, если ты это слышишь, надеюсь, ты успел вернуться к Эстлин. Мне бы ты ничем не помог. Иди на север, к бункеру. Ты выживешь. А это... А это главное. На север. Это вон туда. Север, это же ведь Норд, правильно? Ну, вот в ту сторону надо двигаться. Хорошо. Будем считать это подсказкой.
попробуем двигаться в таком случае на север, потому что вы мне говорили, куда надо идти, а я вот как-то не слушал, оказалось-то, что вы же правы были, да? Поэтому этот квест не выполнил-то нихера. Так, строго... Вест, это запад, по-моему. Норд. Ну, Норд, да, это та сторона как раз. Помочь союзникам. Да идите вы, я еще ничего не успел сделать. Бостонское кладбище старых автомобилей нет, спасибо. Ферма Финча. Судя по тому, как блестят твои глаза, ты здесь не просто так. Мне нужны демпфирующие спирали, мне кажется, здесь должны такие быть. Ну, тогда ты не вовремя. Они у меня были, только пару дней назад их украли вместе с кучей всякого другого добра. Группа полоумных рейдеров, зовущих себя коваными, они обосновались на металлургическом заводе. Кто это кованые? Шейка рейдеров. Они помешались на огне и металле. Мой дрянной сынок Джейк однажды ночью убежал, решил присоединиться к ним. И забрал меч, который принадлежал моему деду. Это практически фамильная реликвия. Безумная просьба, конечно, но не желаешь ли сходить туда и отобрать у них мой меч? Я могу заплатить, если что. Гулять по старым заводским цехам опасно для здоровья. Понимаю, к чему ты клонишь. Я дам тебе 200 крышек, если принесешь меч. Но это ведь далеко не обычные рейдеры, так ведь? Ладно, ладно, как насчет 250? Я думаю, что такое оружие само по себе больше стоит. Ты хочешь, чтобы я последнюю рубаху свою тебе отдал? Ладно, 400, но не крышкой больше. Я его найду. Ты оказываешь небольшую услугу, я тебе обязательно отплачу тем же. Ай, замечательно. Я предложу сейчас взять и вылезти отсюда. И, пожалуй, подождать до утра, потому что... Вам, наверное, не очень нравится ночное время суток. Это мое чистое предположение. Допустим, мне не очень приятно в такое время изучать пустошь. Вот совершенно. Не знаю, язык не поворачивается называть мне это содружеством. Но пустошь, пожалуйста. Сколько влезет. Вот погода дождливая, да. Так, хотел уже залезть в этот костюм. Так, давай, садись. Перестрелка все идет активная. Вот просто чисто случайно нашел квест. Офигеть можно. Вообще, вот сама случайность. Да, вот он, Согас Айронворкс. А где ж тут бункер-то, о котором он говорил? Иди, говорит, на север. Да, ну пошли мы на север, ладно. Ох ты, ёлопалы, сколько тут всего. Много, много, однако. Мы тут были, рядышком. Очхлю. Точно, значит перемочу всех рейдеров. Согас Айронворкс. Да, детка, это именно то место, которое нам нужно. Блин. Ну и чё теперь? Может мне в толстяка их помочить, не знаю. У нас же толстяк есть же ведь? Давайте с толстяка их помочим, почему нет? В системе WOTS. Так. Кованые. Там что-нибудь осталось вообще от трупа? Вы меня давно уже просили. Ух ты, сука! Вот так вот. Так, как ты меня отбросил так далеко, что ли? Ёлпал, бывает же такое. Ёлпал. Хорош вообще. На! Блин, какой же кайф-то, а, с толстяка боцать их. Это слово, если что, только что придумал. Боцать. Так, подожди. Слушай, Макриди, ты где? Ты вообще красавчик, блин, завалил мужика, который там на вышке находится, офигеть.
Вот это меткость. Ладно, давайте мы сейчас пошмонаем. Что у них тут вообще есть? Бутылка с коктейлем Молотова. Бойцовская броня. Она какая по характеристикам? Так себе. Угу. Надо теперь трупы тут найти по-хорошему. А то много-много. Мы тут понастреляли, конечно, с толстяка. Топливо для огнемета. Тяжелый молот. Вот сучара. Нихера себе, 109 опыта дали за нее. Это что это за прошмандовка-то такая прокачанная? Что за молот? Медленная. Ну, кувалда типа, да? Знаете, столько толстяка убрал. Пришлось обратно доставать сразу же. Да вы издеваетесь. Ох, прям в табло. Но за это опыта дали маловато. Да, вон он полетел, по-моему. Или это какой-то другой труп полетел. Сейчас разберемся. Топливо для огнемета, огнемет плюс. Почему-то я ни разу тут или то ли не пользовался огнеметом, то ли что-то еще. В общем, в целом, надо попробовать. Так, вот тут кусочки мяса. Давайте мы с них соберем все, что можно. Зарядов для толстяка у нас целая куча. Просто охереть. Кто там ругается-то все? Ну и чё? Во. Поймать бы сейчас. Вот высунется, падла. Я систему вот с вычленю. И выстрелю. Все, давай. До свидания. Вообще ништяк. Рука полетела, по-моему, да, вниз? Давайте мы ее полутаем. Или это нет, или это пистолет. А, ну это все, что от него осталось. По-моему, остальное на кусочки разошлось. Быстро, быстро. Но они меня все отвлекают. По-моему, тут мы всех перебили. Одни только трупы остались, сугубо говоря. Фаршированные яйца ням-ням. Нет, они нам не интересны вообще. О, двойные деньги. Да, замечательно. Это именно то, что нам нужно. Кофейная кружка мы берем. Жестяную банку мы тоже берем. Теперь керамику нам надо собирать. Обязательно. Почему нельзя сразу кофейник, вот весь этот, кофеварочную машину всю целиком взять, я не понимаю. В чем прикол, почему нельзя этого сделать? Ну ладно, тут, как говорится, меньше знаешь, больше спишь порой, да? Ну, можно и так больше спать, в принципе, это уже как бы от вас именно зависит, сколько вы хотите спать и сколько вы не хотите спать. Сюда пока рановато идти, я так предполагаю. Для начала тут нужно погулять, посмотреть, что тут, да как. Может быть, чем-то интересное есть. В любом случае, квесты потихонечку мы набираем, да. Да, квесты набираем. Оказывается, все-таки здесь остались задания, которые мы еще не успели изучить. Вот, бывает же такое, да? Случается периодически. И это прекрасно, это хорошо. Вот, да, здесь что у нас? Тут горелка меня задолбала вообще. Она так долго горела, что офигеть можно. Как будто там целое нефтяное хранилище находится подземное под этой будкой. А там на самом деле хер его знает. Может быть и находится. Почему бы и нет? Собственно говоря, да? Но вот против огромного скопления народа, толстяк это просто прелесть. Это великолепное оружие. Шикарнейшее. Ну там мы были, да. Там мы с вами были. Куча, там, по-моему, стрелки были. Куча стрелков. Да, детка. Мы их завалили. Так что туда нам возвращаться ни в коем случае не надо. Смысла нету. О, терминал. Что тут будет за инфа? Управление прожекторами. Нет, мы не будем трогать прожектора, потому что смысла никакого нет. Все равно мы всех перебили. Может, для стелса нужна серебряная миска швабра. Больше ничего интересного. Здесь крышка, кофейная кружка. Майку с лаксом мы трогать не будем, потому что они нам, в принципе, так и не нужны, получается. Радикс, да, возьмем бутафрукт, трогать не будем, нафиг. Ну все, добро пожаловать в Сугас Айронворкс, если я правильно прочитал. Ой, что-то прям как Silent Hill тут. Не торопись. Хорош. Все-таки надо было когда-то эти ядерные мини-заряды-то использовать, да? О, нихера себе он дает. Макриди крут вообще, он огнемет использует.
Обалдеть. Все правильно делать, что могу сказать. Молодцом. Я, конечно, выстрелил совсем не туда, но поражающие силы толстяка сделал свое дело. Кровавое. Да ты что, шутишь, что ли? Я... Ах ты, сука. Да, я тебе сейчас вот так сделаю. Отлично. Просто взрывная серия получается, дикая. Толстяк это, конечно, оружие великолепное, по-моему. Вот реально нравится это делать. Тут такие взрывы идут, капитальные. Бывает капитальный ремонт, а бывают и капитальные взрывы, да? Так, не понял. Требуется терминал. Тут средний терминал, да? Давайте мы это безобразие сейчас прекратим. Сейчас мы его взломаем тогда. Вот, замечательно. Открыть. Все. Ну, где они? А, мандавошка. Хорош. Опыта за них прилично дают вообще, офигеть. 50, 70, 100. Это уже опционально там как пойдет, да? Неужели мы всех завалили, получается, да? Кстати, здоровье что-то у нас вообще отстойное. Так, возвращаемся в начало локации. Потому что я тут всех перестрелял и даже не обращал внимания, что здесь лежит. И где. Начнем с самого первого яруса. Как это водится. Потому что тут... Везде может быть что-нибудь интересное. Что-то тут скелет делают, упакованный в стальную. Эту штуку похожую на гроб, не знаю. Тут рейдеры свои темные дела проворачивали. Насиловали, убивали, грабили в других местах. А тут расчленяли, может быть даже съедали. Кто их знает. Что эти кованые делают. Кованые, гербованные, блин. О, ах. Я уж подумал, это ящик. Нет. Нет, это, к сожалению, совсем не ящик. Эмалированное ведро. Я думаю, что, скорее всего, это эмалированное ведро нам никак не пригодится. Так что можно на него даже не обращать внимания и не концентрироваться. Более того. Все. Все. А, подождите, металлическое ведро, да, можно взять. Металл нам нужен. Металл нам очень нужен. Ну фига они тут еще сплавы делают. Мне кто-нибудь может объяснить? Я потому что, например, в этом никакой логики не вижу. А вот еще дверка такая неприметная. Я ее пропустил. Зачем? Картина висит над раковиной. Где логика? Я логики не вижу. Ладно. Можно было бы все эти пушки собирать у рейдеров и потом их разбирать. Но мы этого делать не будем. Зачем же это надо, правильно? Так, разводной ключ бери. Обязательно. Пока что второй ярус вот тут будем исследовать. Это действительно очень важно. Хотел перезарядить толстяка, потом вспомнил то, что у толстяка один снаряд по умолчанию. Ну, кто же знает, да? Так, берись. Я забыл, кстати, будильник отнести Шону, ну, сыну, если что. Киберсыну, так называемому. Надо будет это сделать. Поднос. О, ланчбокс, прекрасно. Бери. Вообще, кто не знает, зачем эти ланчбоксы нужны? Я, например, в этом смысла никакого не вижу. Тупо как отсылка к Fallout Shelter, что ли? Шахтерская каска. Нет, это ни о чем. Ящик с инструментами. Задолбали вы уже вот эти ящики закрывать на замки. Что там ценного лежит-то, я не понимаю. Робот. Давайте мы сейчас его вытащим, чтобы убить. Называется, надоело мне стрелять из автоматов и всяких там карабинов. Я решил психануть. Убивать всех из толстяка преимущественно. Ну а чё, мы не пользовались им практически. Поэтому почему бы не повеселиться? Можно сказать, такое тотальное веселье. Разрушалка. Ну-ка, давай, как сидел. Вот, замечательное управление протектроном. Активировать единицу. А, до свидания. Ха.
Хорош. У него только нагрудник целый остался. Макриди, блин. Писец все раздолбал. Так, тут еще жестяная банка лежит. Хабар, хабар, однако. Мешок цемента. Да, это очень хорошая вещь. Очень, кстати, редко встречаются эти мешки с цементом. Особенно в последнее время. Все реже и реже. Это плохо. Это очень-очень плохо. Мне это никак не нравится. Поэтому я их собираю при первой же возможности, как только выпадает случай. Соответственно. О, еще мешок с цементом. Прекрасно. Все это в замок. Да, на апгрейд. Вы мне говорили, да, что стенки можно поставить еще лучше. Что я как-то неправильно ставлю. Но я не архитектор и не инженер, друзья. Поэтому... Чего вы возмущаетесь? Я делаю все, что могу. Сколько моя фантазия позволяет. Столько и делаю. Ну что тут? Что тут полезного? Что я же сюда пришел? А, тут какая-то рок-группа, да? Понятно. Elf Industries, назовем ее так. Ну-ка. Череп. Зачем он коллекционирует тут черепа? В чем смысл вообще? Красоты ради? Не знаю, не знаю. Всякое бывает. Абсолютно. О, кисть. Канистра. Прекрасно. Еще тут кто-то из врагов есть, да? Конечно, это слишком жирно использовать ядерный мини-заряд на эту херь. Блин, я же говорю, веселимся, блин. Веселимся, развлекаемся. Давай-ка. Теперь, по-моему, тут уже больше из врагов никого не осталось. Это называется, пошли искать чувака из Братства Стали, да? А начали заниматься вообще каким-то непонятно каким квестом. Такое тоже бывает периодически. А все благодаря вашим советам. Вы мне рекомендовали сюда пойти. И я сюда пошел. Откуда? Домна Согаса? Что? Я не знаю, что такое домна. Если впервые слышу такое слово, может это опечатка какая-то? Домна. Блин, ну слово-то. Макриди, что ли, там упал. Ну, молодец. А что он кричит-то? У него же эта силовая броня стоит. Я вот эту штуковину сначала за танк принял. Бывает такой, да? О, мина? Хереть. Зачем тут поставили мина? Может мне кто объяснить? Это они тут кого-то поймать собрались в этом месте? Слушайте, давайте на всякий случай. Мне просто интересно. Да нет, нихера не интересно. А знаете, как реально будет интересно? Я сейчас вам покажу, как реально будет интересно. Помощь. Винт. Нет. Я думал, такое будет все в замедленном действии таком. Блин, нет. Нет. Ни хрена. Ну и ладно. Ну и ладно, пофигу. Хорошо, мы теперь знаем. А Макриди можно туда послать? Я не знаю. Я думаю, лучше не стоит. Вот он, видишь, говорит, не заставляй меня рыться в этом мусоре. Он чувствует, что я хочу от него сделать, да, чтобы он сделал. Нет, ладно, не будем говорить Макриди, чтобы он прыгал в такую херовую чехлу сейчас, наверное, да? Точно, что-то я расчихался, блин. Заболеваю, что ли? Надеюсь, что нет. Настольная игра ради взрыва, да. Все остальное нет. Прорабы сидели, обедали, завтракали, не знаю, тут что делали. В общем, трапезничали. Трапезничали. Блин, короче, вы поняли, что я хотел сказать. Кровавая дорога. Идем мы ей недолго. Что у нас тут есть? Пепельница. Пепельница — это керамика. Керамика. Это нормально. Блин, что-то у меня нос еще заложило. Нихера не дышит. Блин. Вот за пара-то. Ну, что ж поделаешь. Солбери стейк. Нормально. Так. Вот. Мясо роттаракана. Хера себе они опущенные. Уже роттараканов даже жрать начали. Совсем трахнулись башкой.
Рейдер, блин. Где этот меч? Здесь где-то этот меч должен быть. Я его сам найду без всяких маркеров. По крайней мере, я постараюсь это сделать. Самодельный аккумулятор. Хорошо. Бутылка с антифризом. Патрон 45-го калибра. Что за терминал такой? Те, кто подвел кованых. Мышьяк. Преступление. Крики во время обработки раны. Наказание. Ампутация конечности. Изгнание. Камора. Жульничество на первом испытании. Нарушители с семьей отправлены в Горн. Излом. Дезертирство с поля боя. Отправка в Горн. Герцог. Смерть без разрешения во время второго испытания. Отправка в Горн. Колпак. Кража продуктов. Напоили расплавленным железом. Вот это жесть. Хаос. Передача медикаментов противнику. Свежевание до смерти. Вал. Позволено врагам сбежать с поля боя. Клеймо изгнания. Лихва. Сон на посту. Глаза скормлены болотником. Изгнание. Жесть. Крики во время последнего испытания. Отправка в Горн. Гадюка. Отказ казнить гражданского. Казнь всей семьи. Изгнание. Янси. Отказ менять имя. Отправка в Горн. Что за Горн вообще? Ну, Горн это такая как бы трубка, если я понял. Это вот это что ли? Вон, где лава плещется. Это Горн. По-моему, да. Ну, по идее, так именно и должно быть. Там уж кто его знает. Ладно. Давайте пойдем уже... Как там называется? В Домну. Вот. Если он вздумает уйти, убей его. Сил тебе, похоже, не занимать. И чё? И что надо сделать? Просто подойти к нему, поговорить, что ли? Чё за баг-то? Чё за... А, вот, кованая. Вообще даже пибо нельзя достать. Чё за говно? Слышь ты, падаль. Чё ты уставился-то? Непонятно. Что-то надо сделать. Может, какой-то вариант надо выбрать. Освободить пленника. Слушайте, нет, я думаю, что это неправильный вариант. Что надо подойти и как-то, может быть, поговорить тут о чем-то. Kill him. You must be pretty strong. А ты кто такой? Я Шлаг. Мы называем себя кованами, а ты человек смелый. Мне это нравится. Вот, Джейк, смотри, этот человек действительно заслуживающий моего внимания. Не то, что ты. Но я же принес тебе все, что ты хотел. То, что ты украл пару вещей у своих родителей, не говорит о твоей силе. Хотя, вот этот чудесный меч, что ты принес, наводит меня на мысль, что тебе все-таки стоит дать еще один шанс. Убей пленника, докажи, что у тебя есть хоть какая-то польза. Ты же сказал, что мы будем работать за пределами Содружества, и эти люди нам даже не угрожают. Докажи, что ты готов убивать. Либо он, либо ты. Боже, что мне делать? Что мне делать? Уходи, Джейк. Тебе не нужно этого делать. Отпустите меня. Да, в самом деле, я не хочу его убивать. Я не хочу становиться кованым, я просто хочу домой. Все-таки плохо он себя повел. Убить его. А мы парня-то не убили случайно? С этой пушки-то крутой. Ёпты. Джейк, нет.
Ни в коем случае. Ох, весело, блин. Ох, давненько уже таких заданий не было. Пупенчика просто. Так, убей его. Раз плюнуть. Давай, давай, слишком много болтает. Так. Уходи, Джейк. Так, значит, что мы делаем? Мы принимаем винт, бафаут, можно же этим зинку пожевать, чтобы свежее дыхание было. Медикс, ментате, очищенная вода, психо. Парочку стимуляторов на всякий случай. Из оружия берем в руки карабин Гаусса. Прицелимся. Хорош. Не трогай Джейка. Это моя сучка. Хорош. Так, еще один, наверное, нужно принять винт, чтобы Джейка не убили. Ах ты, ты сверху, мразь. Вот так-то. Все прекрасно. Подожди, подожди, извини, я облажался. Просто запаниковал. Чем ты вообще связался с этими бандитами? Да, ну, я просто... Я думал, мы будем грабить людей за пределами Содружества. И если я присоединюсь к банде, то смогу обеспечивать свою семью. Не знаю. Господи, отец был прав. Я такой кретин. Я, наверное, пойду домой. Я попробую попросить прощения, хотя прощения я не заслуживаю. Но если ты поможешь мне объяснить, как все было, может, отец не будет так уж сердиться. Я думаю, если ты вернешь ему меч моего прадедушки, он тебя даже наградит. Он всегда старается вести себя с людьми по-честному. Я буду ждать тебя у Эстрадери, рядом с фермой. Так, ну-ка. Ой. Чё-то я не то сделал, что хотел. Залезай обратно. Хорошо, хоть что этот рейдер не в котел улетел. Блин, почему он его не зацепляет-то? Он должен перетаскивать трупы. Неприятно. Ладно. Давай, Тарам, мы тебя обыщем. Т-45. Ну, плохо, плохо. Коктейль Молотова, ключ от крыши Сокоса. Лазерный пистолет мы не будем брать. Силовая броня рейдеров. Ну, только если разобрать ее, да? Сколько она весит? Ой, ноль весит. Туловище. Шипастую броню, ну, не знаю, ядерные батареи бери. Мне больше с тебя пригодились бы ядерные блоки, на самом деле. Так, что мы тебе дадим? Что мы тебе дадим? Мы тебе дадим... давай все коктейли Молотова. Огнемет, осколочную мину. Потом, для огнемета боезапас. Для огнемета где? Где тут боеприпасы? Топливо для огнемета. Вот. Сейчас тебе дадим. А, хватит. Так, огнемет использовать будешь. Все, красавчик просто. Потом броня. Броня. Ну, нормально. Сойдет. Да пожалуйста, мужик, иди давай. Грейп караваны. Лупинь проституток. Ну-ка, что здесь? Топливо, огнемет, шахтерская каска, шипастая броня. Нет, мы не будем брать. Нафиг. Ну, что-то такое. Непонятного назначения предмет. Крышка. Тут нагрудники всякие. У нас и так почти перегруз. Ну, совершенно. Поэтому, даже поэтому, лучше не париться. Терминал шлака.
Нет, наверное, слишком длинный выпуск получается. Тут и так слишком много событий произошло. Что ж, друзья, давайте мы на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.